приводу Генштаба, так? Угу. Знаємо, що призначено Тетяну Рачкову. Розкажіть, чим йде процес, поки ще нет самого назначення, процес чим йде. Вона там займатиметься, і запитають люди, чи буде в Генштабі Дмитро Ярош? Да. Он подтвердил это вчера в интервью ТСН. Идет процесс сейчас переговоров про его конкретные там функциональные обязанности. И да, в общем-то, все идет к завершению. Диму прооперировали на прошлой неделе, поэтому сейчас... Чем они будут заниматься, Татьяна и Дмитрий? Таня заниматься будет как раз вот вопросами дисциплины, вопросами борьбы с алкоголизмом, вопросами мотивации. Угу. Потому что она большую часть времени проводит на передовой, она общается с боевыми командирами, с солдатами, у нее колоссальный уровень доверия к ней, и она впитывает информацию, то есть она впитывает советы, рекомендации. Какие в ней напрацювання есть цього? Вот как она будет с этим законопроект існує, за сутки, так? За сутки с момента ее решения, пока еще наработок, наверное, никаких нет. Но же она шла туда уже, розуміючи, что она будет делать? Нет, это решение принималось, в общем-то, в субботу, вот на встрече с президентом да. и с министром обороны. То есть принималось решение в субботу, и, в общем-то, да, мы предварительно с ней говорили, и в понедельник она уже проводила достаточно большое количество совещаний с юристами, с главным управлением персонала генерального штаба. То есть сейчас какое-то время уйдет на вообще осознавание глубины ямы и размера проблемы. А сколько часу на ЦПД? Ну, обычно у нас уходит там 1,5-2 недели. То есть она уже не будет волонтером, она будет уже чиновником? Ну, вообще она военнослужащая уже 1,5 месяца, поэтому тут сложно сказать, насколько вот... Это Юра Касьянов писал, что мы чиновники, да, которые не имеют права называться волонтерами. Но Диана Петрени, работающая у нас над проектом продовольственного обеспечения, вот у нее заработная плата 1750 гривен. Она приехала работать в Министерство обороны из Николаева, бросив там квартиру и все остальное. Я думаю, что она точно такой же волонтер, даже несмотря на то, что она, да, сейчас некий чиновник. Потому что, имея зарплату 1750 гривен и живя сейчас у знакомых, потому что за 1750 гривен нельзя снять квартиру. Але ж це не звільняє її від певних зобов'язань, правильно? Да. Ходить на работу каждый день, в отличие от волонтера, который может сегодня пойти на работу, а завтра подумать. И брать на себя ответственность за свои решения, правильно? Да. И немає, тут немає значення, яка в тебе зарплата, так? Угу. Да. Отже, Тетяна Рачкова не знаєте, чим буде займатися? Нет, я знаю, чим буде займатися Таня. Таня буде координувати роботу по рішенню проблеми з мотивацією, з моральним состоянием, по боротьбі з алкоголізмом. І плюс Таня, в общем-то, достатньо давно координувала роботу між службою тилу Генерального штабу і нашої команди от, в департаменті госзакупок. Вона буде чиновником. До неї можна буде ставити запитання вже, як до людини офіційного Генштабі. Так. Да. Наверняка. Про Дмитра Яроша. Ну, он будет советником на общественных началах. Угу. И насколько вот мы с ним обсуждали, в общем-то, и насколько он сам об этом вчера писал, то есть на нем будет координация, в общем-то, взаимоотношений Генерального штаба с добровольческим движением. И плюс то, о чем он, в общем-то, мечтает, и мне с восторгом рассказывал, это военно-патриотическое воспитание, то, чем он последние 20 лет, в общем-то, занимался.